Евгений Валерьевич, вспомните, пожалуйста, вам 19 лет. Хотим концерт в политехе. Когда состоится премьера «Преступление и наказание», сколько спектаклей планируется в месяц? Спасибо, с нетерпением ждем 20 марта. Видите, вы знаете, что когда? 20 марта. Вот. Ну да, там будут спектакли в 20-х числах премьерные. А сколько будет спектаклей в месяц, пока не знаем, как пойдет движение, как будет внимание, насколько этот спектакль будет интересен. Ой, это большое письмо. Женя на бис подводную лодку. Будет с уважением Леонора Дмитриевна. Так, сейчас. Да. Продадите мне банку. По черному. Банку по черному я не знаю. Не для меня. Огромное спасибо за ваше творчество. Исполните, пожалуйста, балладу о любви Владимира Высоцкого. Или в будущем. Да, это, я думаю, что в будущем, в общем, на какую-то, возможно, дату, посвященную Владимиру Семеновичу. Мы хотели бы вот с тем коллективом, который вы уже видели вместе со мной на Первом канале, вот, мы попробуем сделать балладу о любви, если нас позовут. Опять не для меня просят. Евгений, собираетесь ли обновлять репертуар? Ну, видите, какое дело. На самом деле, репертуар у нас довольно большой, и разные программы мы привозим. Поэтому, ну, если, в общем, в каждой программе песни вам уже известны, да, скобины, вот, то, ну, обновить попробуем, постараемся. Вот. Но мы потихонечку, на самом деле, если вы заметили, по одной, по две песни новых вставляем в те программы тематические, которые у нас имеются. Вот. Все, записки закончились. А мы хотим закончить наш концерт.